Настя, расскажите, пожалуйста, о сегодняшней премии. За кого вы пришли поболеть или просто прекрасно провести вечер? На самом деле на премиях я часто бываю в клубе ТВ, почти каждый год. И я, наверное, всем желаю удачи. У меня нету, чтобы я за кого-то именно болела. Мне кажется, за какие-то заслуги, и они же номинированы и получат премию. Поэтому здесь, наверное, организаторам будет и зрителям премии намного понятнее, кто лидирует. Пришла просто отдохнуть, посмотреть, со всеми поздороваться, многих знаю, поэтому, в принципе, выбралась на премию, потому что пропустить такое событие нельзя. Хорошо, а расскажите о ваших дальнейших творческих планах. Так, у нас сейчас из такого прям творческого, это мы запускаем блог, он называется «Не женское дело», и в этом блоге я буду мотивировать людей становиться лучше, работать над собой в первую очередь и вообще работать. И будем ставить разные цели и достигать их с моими подписчиками. Мы уверены, что у вас все получится. Конечно, если я не буду в это верить, то никто в это не поверит. Самая основная задача – это не терять в себя веру никогда. И любые проекты нужно делать на энтузиазме, а потом только все просчитывать. Но ни в коем разе, просчитав, не потерять этот запал. Потому что очень часто бывает, когда люди запускают проект, они говорят, вау, будет круто, а потом считают, потом где-то проблемы, и они теряют надежду. Ну, вот как раз-таки этого нельзя делать. А расскажите о своих планах на Новый год. Где планируете отмечать? Может быть, уже приготовили какие-то подарки, которые будете дарить близким? Да, подарки приготовила. Елку покупаем в субботу. Собираюсь отмечать во Франции. И я себе поставила цель научиться кататься на лыжах. Я не умею. Все впереди. Да, поэтому это список моих желаний стоит уже давно. И вот я решила в этом году успеть реализовать, чтобы встретить Новый год и уже вычеркнуть этот пункт «умею кататься на лыжах». Спасибо вам огромное, мы желаем прекрасного вечера, удачи, двигайтесь только вперед. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях, которые вы сейчас испытываете, находясь на этой премии. Я очень давно, целый год не была на премии в клубе TV Awards. Даже так? Да, она же ежегодичная. Вот, поэтому я с большим удовольствием здесь присутствую, потому как здесь собирается такое количество знакомых мне людей, знакомых людей в клубной индустрии задействованных, и поэтому я очень рада всех их встретить, потому как мой период жизни, который сейчас, да, я много путешествую, не так часто вижу своего мужа, поэтому мне, соответственно, не так много времени для того, чтобы увидеть всех тех людей, которые сегодня сюда придут. А знакомых, правда, очень много, поэтому я искренне рада быть здесь. И сегодня я буду объявлять номинанта, не буду говорить какого. Секрет. Да, вот, поэтому я счастлива, настроение прекрасное, все улыбаются, все здорово, что может быть лучше? Вы за кого-то конкретно болеете или вам нравятся абсолютно все артисты, вы всех поддерживаете? Вы знаете, очень много моих знакомых номинированы и дружественных мест заведений, и людей. Поэтому зачастую, даже голосуя, мне приходилось очень сложно выбрать между одним и вторым, потому что оба мне очень близки. Вот. Но и я так с закрытыми глазами что-то там делала. Поэтому я буду рада абсолютно за всех, кто сегодня выйдет на сцену со своей статуэткой. Вот. Потому как для любого человека победа – это положительные эмоции. Я буду аплодировать им максимально. Хорошо, скажите, как вы планируете отмечать Новый год? Есть какие-то уже определенные планы, какие подарки будете дарить? Может быть, раскроете секрет? Дело в том, что Новый год для меня – это абсолютно семейный праздник, и ни один Новый год я еще не проводила вдалеке от семьи, чем я очень сильно горжусь, в то время как другие артисты работают на корпоративах, ведут что-то, выступают. Я провожу это время с семьей. У нас с мужем есть негласное правило с давних времен, кого первым забукируют. Там
там мы и проводим Новый год. Поэтому чаще всего я провожу свой Новый год с мужем, и я этому очень рада. И поэтому в этом сезоне мы летим вместе с мужем и с нашей дочкой отдыхать во Вьетнам на музыкальный фестиваль «Эпизод», который будет проходить на острове Фукок. Вот, поэтому мы будем там. Очень интересно. Мы вам желаем прекрасного вечера. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, Маркус. Расскажите о сегодняшней премии. За кого будете болеть? Я буду болеть... не знаю, у меня есть, конечно, свои любимые места в Москве, но... Я должен посмотреть, если они в номинации. Честно, я знаю, что сегодня что большие праздники, большое такое мероприятие, но честно не знаю, какие там будут номинации и кто номинанты, но будет интересно, конечно, посмотреть, узнать, что нового есть и где надо заходить и где надо побить через букву «Б». Но попить тоже, может быть, иногда. Расскажи, как ты... чай хорошо. Расскажи, как ты планируешь отмечать Новый год? Есть какие-то уже определенные планы? Что будешь дарить близким? Я буду, наверное, на Новый год работать, потому что есть несколько вариантов, где работать и сделать концерт. Поэтому у нас в Латвии мы отмечаем Рождество на 24 декабря, поэтому тогда я буду дома, я буду... С близкими. С близкими, да, и подарить свои подарки там для всех. И как будто на Новый год у нас всегда более такой, как будто танцы, там, ночный клуб, что-то такое большое. Что-то интересное, да? Ну да, а Рождество, сам Рождество, так это спокойно там нажраться, там покушать нормально, и поэтому я очень жду. Расскажи о своем обычном дне, распорядок дня, вот как он у тебя проходит? Конечно, каждый день по-другому. Вот сегодня и завтра я еще в Москве, тогда в субботу вернусь в Риге, и в следующей неделе буду в Швейцарии, мы там будем снимать новый клип на новую песню. Вау! И поэтому каждый день реально по-другому. По-своему разный, да? Да, поэтому мне нравится моя профессия, то, что я делаю, потому что у тебя нету одинаковый день. И есть новые встречи, новые люди, там другие разные мероприятия. И самое главное, что каждый день ты можешь вдохновляться и написать какую-то новую песню. Скажи, чем будешь удивлять поклонников в новом году? Я... Конечно, буду выпускать очень много новой песни на русском, конечно, и на английском. Буду участвовать на отбор в Латвии опять на Евровидении. Надеюсь, что в этот год будет хороший результат. И также, наверное, будут какие-то большие телепроекты, о которых я пока не могу сказать. Секрет. Это пока секрет, да, пока, знаешь, не подписал контракт. Поэтому я думаю, что это будет такой большой, удачный год. И желаю всем тоже, чтобы следующий год был очень хороший и такой позитивный. Всем большой успех. Спасибо тебе огромное. Мы желаем дальнейших творческих успехов, продолжать двигаться только вперед. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.